Украинская? Это не украинская, это вообще еще постсоветская дистанция. Мне кажется, эту песню знают все. В зале ресторана среди веселья и афана пристань загулявшего поэта. Возле столика напротив ты сидишь полоборота, вся в лучах ночного света. Как того случилось вдруг, что слова сорвались вдруг, под собою между небом и землею, как во сне с тобой отцую. От пастухов до пани обвиняет и дурманит, ах, как сладко днем тону я. Так близки наши тела и безумные слова. Зачем же я ревную?